Всем привет-привет! Ну что, вчера прошел наш такой горячий день, черная пятница. Делитесь, кто что купил, кто что приобрел. Надеюсь, что также многие стали счастливыми обладателями наших вассербаров. Да. Вот. И хочу вас с этим поздравить, что поздравляю с такой замечательной покупкой, с таким замечательным вложением в свой комфорт, в свое здоровье. Теперь вам не надо таскать бутылки, вам не надо переливать вот в этот чайник, который фильтрует, который только кальк отфильтровывает. Все остальное, там грязь, это вся остается также в воде. Теперь у вас будет чистая водичка, комфорт. Это такой комфорт, вы просто подходите, нажимаете кнопочку, получаете чистую воду и температуры, которая вам нужна, да. И вы сейчас прочувствуете этот комфорт, и вы потом скажете, ой, как мы раньше без этого жили, да? Поэтому я вас поздравляю, вот, уже скоро вы получите, вот на днях, я думаю, уже все начали получать свои аппараты. И хочу поблагодарить, спасибо огромное тем, кто купил по моему промокоду, спасибо, что вы выбрали меня своим вератором. Спасибо, что вы взяли мой промокод. Спасибо вам за доверие. Это очень приятно, что вы выбрались среди многих блогеров, да, всех многих Fairtrips партнеров, выбрали и меня. Это приятно. И, естественно, как я вам и говорила, я не просто вам даю свой промокод, да, я всегда с вами на связи. То есть я действительно оператор, я вас веду, я вам рассказываю, вам показываю. То есть сейчас вы будете получать свои аппараты домой, у вас будут возникать, ну, у многих возникают, может быть, и не будут возникать никакие вопросы, да, но если будут возникать вопросы, то, естественно, я на связи, пишите мне, звоните, пишите WhatsApp, WhatsApp мне самое удобное, там быстро я вижу, отвечаю, когда вы напрямую звоните, иногда бывает, что я в машине за рулем, я не могу взять трубку, поэтому пишите WhatsApp, там мы можем уже созвониться, списаться. И, да, о чем я, будете получать свои аппараты, будут возникать вопросы, в общем, я на связи, да, если будут вопросы возникать с установкой, вопросы возникать с пользованием, что, как сделать, пожалуйста, пишите мне, я на связи, я отвечу вам на любой вопрос. И еще, сейчас вы получите свои аппараты домой, да, к вам будут приходить ваши родственники, у которых нету такого аппарата, ваши друзья, ваши знакомые, и многие будут видеть, вы будете рассказывать, да, о нем, ну, это естественно, да, так всегда получается, вот, и, возможно, они тоже захотят приобрести. Вы можете посоветовать, естественно, меня, мой промокод, но я вам предлагаю также дальше советовать этот аппарат и получать за это еще и деньги, еще и на этом зарабатывать, да, то есть я вам предлагаю сделать свой собственный промокод, по которому вы сможете давать людям возможность покупать со скидкой, и плюс вы с этого тоже будете иметь денежку, да, это делается все очень просто, то есть я вам присылаю ссылку, по которой вы регистрируетесь, и вы получаете свой промокод. Все, по своему промокоду, потом вы дальше можете советовать своим друзьям, своим знакомым, да, и, говорю, иметь за это денежку. Поэтому я предлагаю вам, вступайте в мою команду, я, естественно, вам также буду помогать, что-то подсказывать, поэтому пишите мне, да, кому интересно, мы сделаем вам ваш собственный промокод. А я сейчас начинаю готовить завтрак на сегодня, утро, суббота. Вот, все голодные уходим, потому что я тут благодарности снимаю и на YouTube, и в Instagram, вот, но я не могла этого не сделать. Так что у нас сейчас будет яичница. Сейчас покажу, что будет еще. Так, будем с вами вместе готовить завтрак, потому что многие пишут, ой, Инна, как мы соскучились по твоим готовкам, где ты на кухне. Все, девочки, все делаю, все снимаю. Конечно, можно. Конечно, давайте сковородочку доставай. 1, 2, 3, 4.
яичненка у нас получилась. Видишь, какие желтки? Видишь? Обратил внимание, желтые. Это у нас эти яйца фермерские. Такая вкуснятина. Так, все, мы приехали сейчас в магазин, будем искать, где находится здесь магазин игрушечный. Еле-еле парковку нашли. Все забито, ездили, наверное, минут 10, мы столько кругов пока нашли. И вот мы сейчас ходим, там место и там место. Это... Ну, машин-то тоже много, они первее занимали, кто-то первее нас занимал. Вот у нас уже к Рождеству тут все украшено. Посмотри, бабушка. Где тут? Да, вон там. Елочки уже стоят украшенные. Красивенько. Такое уже. А мне холодно. Я думала, будет как праздничное холодно. Настроение. Люблю эти все фонарики. Надо, кстати, сегодня достать тоже поукрашать, да? У нас елка уже пришла? Нет, елка еще нет. Но елку попозже, а хоть дома чуть-чуть поукрашаем. И завтра уже первый адвент. Да. Вот такие вот домики украшенные. Тоже что-то вкусненькое продается. Я не верю, что скоро уже будет 2022. Вот вчера только был 2021. А сегодня уже будет все в куртках, все так тепленько. И я, футболка и кофта. Такой небольшой Вайнахсмаркт. Вечером круче ходить. Ну да, вечером тут красивее по-любому. Стоят всякие домики, угощения. Ну, аж смотри, там мальчик. Милан, я всю картину. Милан, всю картину. Ой, Дед Мороз играет. Можно я денежку подкину? Можно. Подержи, Миша. Что? Телефон подержи. Зачем? Я не люблю денежку. Денежку. Снимать нужно вот так вот. Да. На конкурс проходили, ну, фотографии проходили. О, фильм такой. Ага, Мила пошла. Музыка классная. Ага. Ой, носочки надо. А что, на-на-на-на? Можно будет пойти посмотреть. Кого? На-на-на-на. Полазить. Носочки купить. Тепленькие. Мне нужны теплые носочки. Я хочу на Вайнах. Когда мы были на Шпикал, там тоже был магазин на-на-на-на. Да? Ага. Заходили туда? Там всякие игрушки. Чтобы было драя. Пинс. Пай, пинс, пумс, пинс, пинс. Это как? Это вот так вот и вот так вот. Вот так вот снимать. А, да? Или так вот так вот. Чтоб не было ровно. Маша меня научит, как правильно снимать. Вообще, это фотографировать так надо, снимать правильно. Угу. Маша понравился. Маша понравился Мишка. Ну, смотри. На голову ниже еще.
меня такой лучше. А еще можно... Пони какая большая. Пони я тоже. Нет, пони не хочу. Куала. Не, я хочу мишку. О, Мила, на тебя похожа. Ты соскучилась по свинке Пеппи? Я хочу вот эту. Сколько? Как она? С короной. Принцесс Пеппа ее зовут. Ой. Сколько такая стоит? Так я вот и думаю. Такая зюська. 10 евро. Такая зюська. Смотрите, как у меня. Мила где-то пошла выбирать. Часы свинки Пеппи? Да. Тут игры всякие разные. Какие хочешь. Смотри. Сколько игр. Сейчас, наверное, многие вот такие боксы покупают. Тони, да? Вот такие фигурки идут магнитные, ставишь, и она что-то играет, рассказывает. Классно. Бенджамин. Класс. Интересно. Тут Машин рай, да, Машуль? Я хочу тут все купить. И ручки, карандашики, стирачки. Это все для школы. Вот такие ручки малюсипусенькие. Такие масенькие. Ничего себе. €200. Скот бай... А, скот, господи, степ бай степ. Это вот такие фирма хорошая. Вот у нас тоже у Маши степ-бай-степ было. Интересно, первый рюкзак. Какой бы я рюкзак бы взяла мне, если бы я бы пошла в пятый класс? Не знаю. Так, и мы заехали сюда тут яйца купить. Тут, смотрите, курочки гуляют. Красивенькие. Так, пойду яйца купим. Тут можно вот купить яички. Алло. Да? Алло. О! Курочка тут сидит. Я тебе все. Мам, можно я яйца? Ах, Ach so. Okay. Ah, ja, ist kein Dach. Можно я ее погладить? Я не знаю, не надо, наверное, она слетит. Сидит курочка. А тут что продают? А тут картошку можно купить. Ну и РНТ, ага. Вон там касса. Так, 30 штук, 12 евро. Угу. А за штуку 40 центов. Снимай. Снимай, говорит, снимай, снимай. Ой, курочка лазит себе. Класс. Все, взяли мы яички, нам вынес хозяин, потому что мы когда зашли, он подошел, говорит, ой, по-моему, говорит, там в холодильнике уже все закончилось. Вот, и нам точно. Там курочка гуляет. А, вот эта, которая сидела. Точно закончились, он им принес, спросил, сколько мы хотим, говорю, 10 штук, вот принес. Свеженькие. И они еще прям тепленькие. Прям только свежайшие. Он говорит, свежее, говорит, быть не может. Блин, классно. Они кладут еще вот такое. И он мне специально дал такую маленькую яичко. Да, и мне дал такую малюсенькую яичко. Сравни с большим. Да. Можно его это... Говорит, тебе на завтра, на утро. Отрастить. Да, давай положим. Отрастить, и тогда там... Да, сравнить хочешь, надо. Да. Цыпленок же можно, да? Вот. Обычно это малюсенькая. Как у этих, у перепелок. Подарил Милочке еще одно яичечко. Так что все, едем домой. Купили свежайшие яйца. Все, мы приехали домой, гуляем. Взяли сразу яичи пойти погулять же. А как же, бедняжка, сидел один. Да, мы сейчас будем кушать. Купили суши, заехали. У нас в Эдеке прям делают свежайшие. Вот. Маша пиццу себе взяла, она суши не ест. Сейчас придем, какой-нибудь фильмец включим. Сок купили тоже вкусненький. Маша сказала, будем ужастик смотреть. Ты не хочешь ужастик, да? Нет. А потом плакать буду и прятаться. Побежали!
хотя я, хотя игра в кальмара это дорама. Яйцо упало. Да, сейчас еще раз. Маша! Песня поет, хоть тресни. Мама, вот это все себе нужно. Ежегод! Десять вежабон! Alles blass und grau, bin schon lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich sehe die Welt von oben und weiß keine Ahnung, wie es geht. Молодец. Да? Чего? Пойдем жопу мыть, засрался сзади. На диван нельзя! Нет, нельзя на диван, Иди же. Фу, все, мне еще раздеться надо. Купили вот такие суши, они свежайшие, их сразу там крутят, выкладывают. И потом можно брать, покупать. Купили сок. Маша, разный. Маша захотела маракую. Я захотела гранатовый. И... Я тоже хотела гранатовый. Да? И ананасовый. И пиццу взяли. Вот такой взяли в этом. В Лиделе, да, пряничный домик. Его делать. У нас традиция, мы каждый год его делаем. И девчонкам еще такой. А зачем мы такое брали, если мы этого еще набрали? Потому что это капсул. Все. Будем вкусняшку кушать. Так, мы залезли на чердак. Доставь, мам. И достали наши новогодние всякие декорации здесь, украшения. Мы хотим украсить немножечко стол уже наш. Ну, еще, может, что-то достанем, потому что у нас уже завтра первый адвент. А у нас еще ничего не сделано. Ой. А, это у нас для лестницы, елочка. Да. О, ее долго очень делать. Да, это для елочки. Раньше, чтобы Ичи не написал. Да, но это можно потом сделать для лестницы, да. Елочка. О, ой. Нужно... Это можно на ступеньку. На ступеньке вроде не писать, нет? Не, на ступеньках нет. Да, это можно на ступеньке туда в угол поставить. Там, когда поднимаешься, только уголочек. А вот пошла, ставлю. Давай. Да, вот туда. А это бы куда поставить? Так, это гостевой туалет я ставила. На окошко у меня он сидел. Так, фотография наша тоже можно поставить. Он не у меня в комнате стоял. У тебя вот этот в комнате это... стоял. Я знаю, но у меня... Может быть, и это тоже, он, да. По-моему, у меня тоже в комнате стоял. У меня вот этот стоял, я помню. И вот это у меня стояло. Ой, это кто? Какашка. Это я. Классно, так через год достаешь, да? И помнишь, что у тебя тут было. Ну, вот. Вот эти я тоже покупала, ставила. Мама, смотри. Это тоже анили немного. Ой. Это тоже как бы хочу. А тебе вот это у тебя еще твой фотки. Вот да. Ну, сейчас будем, в общем, украшать. Я... Вот еще фотка какая. Батарейки надо купить и такая вот гирляндочка, да, и сюда вот, которую я там даже делала, и она так светила хорошо, симпатичная. Вот эти батарейки. Все, мы будем садиться кушать и смотреть фильм какой-нибудь. Ну, что творить? Мила даже не подозревает ничего. Ты что творишь? Я все чувствую. Мне просто все равно. Все, мы смотрим фильм «Гарри Поттер».
Мама. Заставили меня смотреть Гарри Поттера. Это что? Мы с Милой пошли. Сначала до конца никогда не смотрела. Ну теперь вот смотрим. Ой, мы с Милой пошли тысячу раз пересмотрели. Ой, там дракончик маленький. Мама, тихо. Все. На этом мы будем наш влог заканчивать. Наш день подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Что-то надо сделать. Мила, что надо сделать? Пока, на девочки и мальчики. Пока, девочки и мальчики. А что еще надо сказать? Пока. Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И пишите ваши комментарии.